Друзья, представляю вам очередных участников нашего фестиваля, и это люди, благодаря которым Because of the People стал международным впервые. Это The Rolls Band, Киргизия, Бишкек! Ля-ля-ля, друзья, встречайте! Ну что ж, известные журналы на Средней Азии, они сочетают восточные колориты, это очевидно с английским Big Beat, музыканты группы Ула Амора. Галиян Джуназаров и чистокровный киргиз Дмитрий Сосенов. Группа существует с 2010 года в России, и именно на нашем фестивале ребята будут выступать впервые. Давайте встречать гостей. Итак, премьера на фестивале People's of the People's 2019 «Новый уровень». Прочувствовали, да? Вот так обычно утро начинается в Бишкеке. С легких позывных. Алтай, привет! Россия, привет! Очень рада находиться здесь, на этой сцене. Большие, огромные просто благодарности. Хотим выразить организаторам этого замечательного мероприятия. Просто мега-гостеприимный Алтай. Очень добродушные люди. Мы просто счастливы находиться здесь с вами. Любовь и мир, как чему учили нас битлы в свое время, и мы продолжаем их учение. Спасибо, что вы тоже вместе с нами. Давайте самим себе в первую очередь поаплодируем, потому что мы здесь очень круто все собрались. Да, спасибо. Ну и с вашего позволения мы начнем. Поехали. Oh,
Run from the best, you're gonna find them.
Thank you.
Thank you.
И в завершение, с вашего позволения, эта песня уже сегодня звучала, но это просто очень значимая для нашей команды песня. Мы ее просто обожаем. Если разрешите, мы сыграем такую хулиганскую песню битловскую. Я Андрей Скелдер, поехали! Для того, чтобы мы все вместе, ну, по крайней мере, для себя помнили, мы вот для фотографии хотим все вместе, как бы, не знаю, запечатлеть этот волшебный момент. Давайте можно, все вместе дружно сфотографируем ребят на нашей сцене, разместим фотку у себя в сторис или просто в аккаунтах, отметим их. Собака The Rolls Band аккаунт, ребят, в Инстаграме. Пусть они поймут, насколько люди расслабленные, гостеприимные. Давайте, давайте. Но у кого нет аккаунта в Инстаграме, тот просто стоит и аплодирует. Барабанщик, красавец! Молодцы!
Но также, наверное, после выступления, ребята, автограф-сессия будет с правой стороны от сцены. Спасибо огромное, друзья. До новых встреч. Спасибо огромное. Да, сцена очень непростая, но вы с большой любовью поддержали нас. Спасибо, мы это принимаем и взаимностью делимся с вами. Так что до новых встреч. Любви, добра, мира. Всем спасибо. Большой пламенный привет из Бишкека всем. Спасибо. Спасибо вам большое. Друзья, ну аплодисменты от вас где эти вот самые громкие, дружные. Давайте подарим нашим гостям из Бишкека не только аплодисменты, но еще и памятные сувениры об этом выступлении на фестивале Because of the Beatles. Мы хотим подарить им еще фирменные банданы, чтобы они сразу уже с самолета выходили с ними, и они понимали, что они приехали на клеечки во время. И вот каждому вот такую бандану. Спасибо большое. Давайте аплодируйте! Вот это да! The Rolls, спасибо большое, ребят! Такое чувство, что вы хотите бис еще сделать, нет? Вот у меня такое ощущение складывается. Нет? Тарелки снял уже? Все, ушел. Друзья, я честно не знаю, что происходит с ними. Смотрите. Смотрите, как они хотят, чтобы еще раз бис сделали. Смотри. Я не знаю. Шестой фестиваль такой впервые. Он достает тарелки обратно. Спасибо. Но только одну. Да. Иначе мы их не отпустим. Чуть ли не пол песни, наверное. Пол песни, хорошо, ладно. На пол тарелки пол песни. Чтобы уж точно запомнили, как это выступать на Березовой Катуне на фестивале Because of the Beatles 2019. Вот на самом деле, друзья, новый уровень! The Rolls Band! Большое любовь для Алтая, для вас, друзья, спасибо! Don't let me down.
Аплодисменты нашим